Ваня, с победой. Что можешь сказать по игре? Спасибо большое. Отличная игра. Праздник футбола такой, можно сказать, устроили. С крупным счетом победили. Показали хорошую, красивую игру. И, я думаю, выполнили все установки, которые перед нами стояли. Сборная 3 дня в Волгограде. За ней везде ходит очень много народу. Более 40 тысяч на стадионах. Как тебе атмосфера? Да, отлично. Люди здесь, видно, очень любят футбол. Я знаю, когда приезжал сюда играть там с ротором, всегда много болельщиков. И спасибо им, что поддерживают. Это очень здорово и приятно. У тебя гол плюс пас. Ты можешь себя назвать MVP матча? Да нет, я не знаю. Это не мне точно судить. Я думаю, все отлично играли. Как начали забивать, так и начали потом удовольствие от игры получать. И все старались, и делаем одно дело, поэтому, я думаю, все сегодня заслужили. А как тебе Куба? Ожидали большего или примерно получилось то, что смотрели на теории? Ну, смотрели там, я думаю, соперники у них все равно немного другие. Честно, прям вот чтобы представить, что они будут, точнее, себя представлять, не знали. Вышли и по ходу игры уже, так сказать, когда начали играть, приспособились. Ты один... Сейчас, что они себя представляют? Ты один из самых возрастных игроков команды. Сегодня Пеняев не забил пенальти. Что-то по нынешним меркам. Окей. Пеняеву что-то сказали после матча за незабитый пенальти? Не, я там на процедурах был, не знаю, так шутки, может, так. Где приятнее играть, в Москве или в регионах? Везде. Болельщиков много, и там и в Питере было, и в Москве, и сегодня вообще отлично. Данил, давай, краба, давай, удачи, скоро увидимся. Спасибо.